Венгрия попросила ООН провести расследование по украинскому закону об образовании. Министр иностранных дел страны считает, что в нынешнем виде документ нарушает права национальных меньшинств, противоречит международным нормам и конвенции ООН. Петер Сиярт с трибуны Генассамблеи ООН призвал Верховного комиссара по правам человека проверить закон. Напомню, из-за протеста ряда стран Киев уже направил закон об образовании на экспертизу в Совет Европы.